сегодняшнем выпуске Inscription вы увидите: реверсивная психология в действии. О, нет, это трогать нельзя. Я это выпью. И Евгений продолжает находить редкие карты. И вы, сэр, это моя карта. Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Inscription. Боже мой, как меня расперла эта игра. Я постоянно думаю о том, чтобы сесть снова поиграть в нее еще вместе с вами. Очень крутая. Несмотря на то, что вы меня жестко просто хаете в комментариях, пишите, какая днина, насколько я плохо играю в такие игры. Вот. Ты, может быть, еще не написал ничего, иди зайди в комментарии и пообщайся с ребятами, напиши, какое я дно. А сам-то ты про, а? Сам-то ты сразу научился? Вот и не говори. Я учусь постепенно. И становлюсь все лучше и лучше. Вот вы увидите прямо сейчас. Мы уже с вами в топях. В болотах. И сразу у нас получаются интересные карты. Ты вспыльчивый дикобраз. Ага. Он раскидывает, я его возьму. Блин. Я хотел почитать, что означает символ подробно. Нажал левую кнопку мыши. И он взял. Я хотел просто почитать. Это лишь техническая ошибка. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Все будет зашибись. Классная игра. Так, погодите, вот это что-то новенькое. Но это, судя по всему, мы лишимся здесь какой-то карты. Ну давайте посмотрим. Я еще не был на таком символе. На пути тебе встретились знакомые камни, но что-то в них изменилось. Интуиция подсказывала тебе, что выбранное существо ждет неприятная судьба. Это неизбежно. Нет. Окей. Кого бы мне пульнуть? Кого? От кого избавиться? От волчьи... От... Давайте... От зайчьей шкуры. Ты робко поднес пушнину повелителю костей. Повелитель костей был раздосадован. Взамен ты не получаешь ничего. Короче, игра такая. Понимаю, да, что я кал ему подсунул какой-то. Если бы я крутую карту принес в жертву, я получил бы что-то крутое. Все, теперь я буду знать. Что не идти туда вообще. О, нет, муравьи. Муравьи с плавниками. Ага. А у меня-то... У меня до сих пор белки дают муравьев. Ну, вам жопа, ребят. Вам всем жопа. Что это, пчела? Летун. Пчела-летун. Так, кого мы поставим? Во-первых, мы ставим белк. Получаем муравьишек. Так. Просто готовьтесь, ребят. У меня самая читерская, мне кажется, комбинация. Ой, что это там? Печаль, беда. Давай белку возьмем. Хоп, ставим, муравья получаем. Оп, теперь на два бьют. Что ты скажешь теперь, дружище? О-хо-хо! Кто это тут у нас? Леденец берет. Ой, а что ты хочешь? У меня еще белочка есть, мне не жалко. Вот сотен тысяч муравьев сейчас вам накидаю. Термитная атака. Бэм-бэм-бэм. Ну все, сдавайся. Ох! Слушайте, столько зубов, просто жесть, как много зубов. И, кстати, спасибо за совет. Вы писали, что лучше не принимать поражение заранее у моего противника, потому что он лишает меня награды таким образом. Хитрожопа, я вот об этом так не думаю. Я думал, все равно получается награда, а потом удивляюсь, где мои зубы? Где все мои зубы, я не понимаю. Так, хорошо, мы получаем таракан, мы получаем лось, или... О, опарыш мертвечины. Неизбежные опарыши. Когда твой зверь погибает, они выползают из твоей руки. Ой, мне нравится. Давайте возьмем это. Если ваше существо... Да, карта с ним силой автоматически встает на его место. Ладно, давайте. Хорошо. Здесь чуваки будут. Чуваки! Согрей одного зверя, получи силу. Давайте подумаем. Ни за что. Чувак говорит, и делай, что хочешь. Так, кого бы нам? Давай кольцевого червя снова прокачаем. Оп! Держи его костра, сказал выживший. Нет. Он типа хочет нам большую силу дать. Но мы рискнем, короче. Есть!
Вот это я рисковый, фартовый чувак. Все, забираем. Все, нет, все, все, все. Нет, заметь, заметь, я больше не рискую. Я не очень азартный человек. Но в то же время я очень азартный. Я люблю ставить все и все просрать. Поэтому мне, я как-то был в казино несколько раз. И мне вот что кайфово играть в казино, потому что я знаю, что вот у меня есть сумма денег, которые я просру. И, то есть могу просрать без вообще каких-либо сожалений. И я ставлю, играю, получаю удовольствие от любого исхода. Так, ну чё? Кто у нас там, кстати? Жаба! Жаба, блин, будет хреново, что жаба будет меня, получается, бить. Ну ладно, это всего один удар. Мы сейчас наберем. Так, муравей. Блин, я, походу, читерскую комбинацию словил, ребят. Это пипец. На удар, под дых. Так, ладно, жаба. Нет! Жаба не может через пень! Не может через пень! Фух, это очень радует меня. Так, ну чё, давайте поставим дальше, да. Конечно. Берись, муравей. Хоп. Теперь два. Бам-бам. Я уже победил. Я даже не парюсь. Хорошо. Так, черепаха. О, богомол. Пылкий богомол. Его передние когти бьют вправо и влево. В принципе, ничего такого супер-сверхособенного. Давайте черепаху возьмем. Не, давайте богомола возьмем. Мне кажется, богомол будет понтовее. И тем более, это же насекомое. А, нет, у меня только на грызунов действует эффект насекомого. Окей. Берем козу. Давайте берем козу. О! О, нет, это трогать нельзя. Ну, я это потрогаю, естественно. Я это выпью. Набор соплей. М-м-м. Надо будет воспользоваться этим. Так, сражение. Белка. Белка-многоножка. Фу, прикиньте, такая мерзкая белка-сороконожка. Смотрите, какая атака сейчас нас ждет. Хреново. Давайте подумаем. Можем ли мы как-то подумать? Что там делает крот? Противник целится в пустую ячейку, карта с этим символом перемещается и принимает удар на себя. Но только в одном месте он примет на себя удар, этот крот. И он даже бить в ответ не может. Так, ладно, давайте сначала сыграем. Обязательно. Я думаю... Так. Давайте, принесем жертву, и надо атаковать... По кому? По кому? Вот по этой будем атаковать. Вот сюда поставим. Так. Хорошо. Начинаем. Раз... Поддых получил. Ну, здесь опасно, кстати. Опасная ситуация. Тут главное не лохануться. Продолжаем. Муравей. Давай, сделай это, детка. Раз, раз, раз. Блин, сейчас они, конечно, ударят меня сильно. О, раз, два, три. Живи! Так, я чувствую, что я сейчас начинаю просирать. Кажется, я начинаю просирать, ребят. Ну ладно. Может быть, мы сейчас все-таки выиграем. 3-3-3 сразу... А это сколько? 9. Хорош! Нет, муравьи — это лучшая тактика. Смотрите, тоже какой-то новый символ. Перед тобой зияет угольно-черная пасть пещеры. Кто это? В пещере притаилось диковинное животное. Хриплым голосом оно промолвило: «Пройди мое испытание, и я пойду с тобой». Интересно. Я выберу из твоей колоды три карты. Они решат, пройдешь ты испытание или нет. Оно продолжило: «Но сперва ты должен выбрать испытание». Испытание крови. У трех случайных карт в совокупности должно быть как минимум 4 капли крови. Испытание мудрости. У трех случайных карт должно оказаться 3 разных символа. Испытание костей. У трех случайных карт в совокупности должно быть как минимум 5 костей. Слушайте, я точно... еще раз, я забыл вот это, что означает. Должно быть... 4 капли крови, да, у трех карт должно быть 4 капли крови.
Вот насчет символов, я не помню, разные ли у меня там символы или насколько они разные. Давайте попробуем капли крови. Да начнется испытание крови. Я надеюсь, я не лишусь карт. Нет! Я мог взять грифон! Блин! Черт, удачи! Да нет никакой удачи! Нет! Нет! Такого слова удачи в моей жизни. Не повезло. Прошептал существо и растворилось во тьме. Но я не лишился хотя бы своих карт. Блин, вот это ублюдство, конечно, было. В итоге взяли грифона, которого вообще столько там, 6-8 костей у него. Твой рюкзак был полон. Вьючная крыса. Блин, столько эмоций от этой игры. Опа, босс. Конечно, давайте не будем уповать только на муравьев. Мы надо смотреть внимательно, что это будет. Это новый босс. Это новый босс, он может новые сюрпризы преподнести. Из-за мерзкого запаха ты едва не задохнулся. У озера сидел огромный мужчина. Его ноги были погружены в темную соленую воду. Он вытащил крюк из кучки протухшей рыбы и встал на ноги. Это рыбак. Я рыболов. Ловись, рыбка. Окей. Рыболов. Следи за его крюком. Сыграй белкой или еще чем-то, когда он целится. Так ты защитишь сильные карты. А, я тебя понял. Я тебя понял, хорошо. Так. Муравьев, пускаем в бой. Ну чё, гоу. Какую рыбку трудно выбрать. Так, это что было сейчас? Это он цель... Он целится в гребаного муравья. Он сейчас... Мы, получается, просрём муравья. Ну, ладно, давайте, во-первых, поставим вот это сюда. Свежая рыбка, нетрудно выбрать. О! Так, новая рыбка, нетрудно выбрать. Ага, он сейчас прос... Все, я понял, что в итоге он делает. То есть, то, что ты кладешь последним, то он убивает. Блин. Ясно, ясно, ясно. Получается, если я сейчас поставлю муравья, он ударит по нему. Но он ударит после боя или... То есть, давайте лучше поставим, мне кажется, сейчас. Вот. Брать новую легко. Ага. То есть, интересно, сначала я ударю? Да, я сначала ударю. Хорошо. И только потом он будет бить, да? Хорошо. Он переманил на свою сторону. Моя, ловись. Ах ты, гнида. Гнидская, гнеденская гнида. Хорошо. Продолжаем бить. Так, давайте клопа. Удачный выбор. Спасибо. Раз, два. Есть! Есть, есть, есть! Читерские муравьи! Читерские муравьи-белки! Ловись, рыбка. Так, сейчас он что-то замутит страшное. О, что это? Погодите. Ведро с наживкой. Ага, он выставил защиту. Ясно. И знаете что? Я не могу поставить. Давайте червя. Поставим. Надеюсь, я сделал правильно. Ловись, рыбка. О, нет. Блин, какая жесть. Какая жесть вот это вот сейчас происходит. О, нет. Так, во-первых, давайте... Так, возьмем карту. Дикобраз. Атакует по всем, да? Символ получает урон, обидчику возвращается 1 единица урона. Обидчику... А, только вот что произойдет. Блин. Ладно, короче, делаем так. Что делаем? У него вообще ноль. Блин, ну ладно. Не, давайте... Я не знаю!
Если я поставлю дикобраза, да, одна акула ударит по нему, получит урон. Но и все. Но есть шанс. Короче, ладно, ставим. Хрень полная. Если что... Стоп! Я серьезно, не трогай это. Эта вещь абсолютно бесполезна. Я пока положу ее на ту полку. Советую не обращать на эту вещь внимания. В смысле, на какую полку? Что за говно? 3-3-3. Мы сейчас столько урона получим сразу. Мы сразу проиграем. Можешь козой пожертвовать, а? И поставить дикобраза. Хрен с ним. Давайте попробуем. Конечно, такой... А, нет! Ладно, все, я понял. Козу-то придется тоже жертву приносить сначала. Что-то. Окей. Я не знаю. Один удар. Все. Я сейчас такое всосалово мне устроит. Тут просто жесть. Тут у меня не... Я не знаю. Я не понимаю. У меня не было шансов здесь. Неужели я прям вообще заново... Прям супер заново начну? Мне нужно будет опять старателя мочить. Твоя карта смерти. Прекрасно. Окей, парочка штрихов. Давайте... Цена будет у него. Вот столько. Костей 5. Потом будет вот это. Пофигу. И символ летуна. Обида. Очень неожиданно. Вот с акулами это пипец. Я не знал. Я не знаю, как с ними себя вести. Что делать? Окей, снова по новой все. Катаем заново. У нас есть волк, лоб, вонючка, горностай, моя колода, в общем, как обычно, стандартная. Нам нужно новые карты, блин, получать. Нам нужно набрать крутую колоду. Итак, у нас есть ворон, у нас есть грифон. Да. Я думаю, грифона надо взять. Хотя какой-то грифон, это гриф-идейка. Ага, так, хорошо. Ты выберешь меня? Она хочет, чтобы ее в жертву принесли? Не-не-не-не-не, погоди. А, давайте... Давайте лучше вот так сделаем, и ты... Вот возьмешь ее, да. Возьмешь ее сущность. Придай мне сил! Отлично. Продолжаем. Речь все по дереву, кстати, вот здесь. У нас есть шанс выбить муравьев еще раз, я надеюсь. Удачно взял. Салют! Окей. Против нас вилорог. Стрёмная хрень. Он будет в сторону ходить? Да, он потом в сторону еще пойдет. Ну ладно, ничего не поделать. Значит, горностая ставим сюда. Ты уверен? Уверен. Бить! А, и потом он пошел. Блин, надо было сначала вот сюда ставить. Да. Все, я понял. Он сначала... Делают удар, потом сразу ходят. Все, мы это усвоили. Вот сейчас им получается сделать удар сюда, сюда, и пойдет в эту сторону. В таком случае, а у нас даже нету и карт нормальных. Блин. Да, возьмем вот это. Волк. Волк. Блин, возьмем белку сразу, не хочу просирать. Знаете, что поставим? Давайте грифона поставим. А, нельзя поставить. Может, только волка. Давай, сори, горностай. Так, сейчас будет сюда, сюда. Всего по одному будет. Зато как его фигакнет, да? Да. Так, и клопа-вонючку здесь. Все, даже удара ни одного не пропущу. Прими меня, смерть, блин, она такая смешная. У нас так мало карт, это же просто пипец. Что делать с белкой? Ничего не делать. Терпим. Все, все, все. Забираем кучу белок себе. Прекрасно. Спасибо, спасибо. Расходимся. Пойдем сюда. Новую карту получим. Так, опоссум. Олень. И высер. Это моя карта. Высер очень хороший. Давайте его возьмем. Стоит дешево, бьет сильно.
Это моя философия. Минимум стараний, максимум эффективности. Так, что это? Прикосновение смерти. Когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. А это? Полный улей. Когда карта с этим символом получает урон, вы получаете пчелу. Пчела сила 1, здоровье 1. Или она летун. А с белкой считается? Я не помню, считается ли это. Давайте попробуем. Сейчас проверим. Я не помню, считается это или нет. Типа, может быть, нам дадут много-много-много пчел. Снова я. Так. Чё, горностай? Ты готов, горностаюшка, горностай? Получил урон. Не дай мне умереть. Нет, это не срабатывает. Нужно именно урон. То, что я приношу в жертву, вообще насрать игре. А-а-а, жалко. Очень жалко. Хорошо. Чё делаем? Чё делаем? Чё делаем? Чё делаем? Поставим сюда белку. Получим сейчас за то... пчелу, да? Спасибо. Пчела ставится на халяву. Вот такие дела. Берем белку. Сейчас вот олень по нам ударит. Как раз таки. Ставим. Ага. И пчела... сюда. Будешь бить. Может, конечно, еще волка будет потом... На, нахрен с ним. Удар. О-хо-хо-хо-хо. Так. Сейчас, значит, что у нас будет? Сейчас мы ставим... А, сначала надо взять карту. Да, давайте возьмем карту. Ставим... сюда белку. Сюда пчелу. Жалко, у них не суммируется, конечно. Ну ладно, это тоже неплохо. Тоже неплохое. Так, сейчас будет как раз-таки урон по белке. В принципе, мы можем даже ничего делать. Сейчас будет раз-раз-раз, все окей. Я победил. Хорошо. Я забыл, что значит это. Нужна новая карта. Давайте за карту лучше пойдем. Окей, воробей летает. А это что такое? Бобр. А, он плотину строит. Он обороняет. Только подожди, где он плотину строит? Когда на доске появляется карта с этим символом, на пустых соседних ячейках образуются плотины. Хорошая штука. Забираем. Надо будет попробовать применить потом. Жертвенник. Будем сейчас усиливать. Кого только. Мы можем вот это получить. Да, 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 да. А кто будет? Кто будет? Кто у нас будет защищать так хорошо? А, давай вот ты. Да. Я надеюсь, я правильно поступил сейчас. Там рещица по дереву, и карта на пути будет. Отлично. Так, у нас все будут ходить направо сейчас. Все враги. Вы знали бы, что будут делать мои пчелы. Итак, мы можем горностая поставить. Можем поставить... белку. Пока что только белку мы и можем поставить. Да? Да? А вот здесь мы удар пропустим. Сколько? Один всего. Она же мимо ударит. Черт подери. Лучше туда атаковать, мне кажется. Сюда не... снова на доске, я бы сказал. Это же летун. Он будет мимо меня атаковать. Поэтому белки здесь бесполезны. Так. Че, как? Че поступаем? Как? Берем, у нас есть волк. А, ладно, ладно, хорошо. Один удар, сейчас перевесим чуть-чуть. Здесь
2 урона, ничего страшного, бывает. Пощипит и пройдет. Пощипит и пройдет. Что получаем мы? Получаем белку. Ставим. Вот сейчас... сейчас нам что лучше сделать? Нам лучше бы атаковать этих друзей, мне кажется. Да. Извини, чувак, извини. Просто извини, сорян, пардоньте. Клоп-вонючка. Удачный выбор. Есть. Хорошо. Так, ставим. Давайте возьмем, посмотрим, что это такое. Высер. Хорошо, пока можно, в принципе, потерпеть. Раз, раз, раз. Возьмем. Давай, высер. Бей. Плотина. Ага. Хорошо. Он прям сразу и сработал. Бам-бам-бам. Все, я победаю. Я победаю. Я победаю. Ха-ха-ха-ха. Победил шею орлу, свернул. Отлично. Давайте пойдем в новую карту. А, здесь нету пути. Блин. Ладно. Черт, обидно. Обида гребаная. У нас нет шкурки. Извините, извините, простите, ради бога. Алтарь, еще один. Блин, сейчас мы что-то намутим, походу. Мы можем только грифона... Блин, я не хочу грифона в жертву приносить. Нет, подходящих ритуал не сработает. Хорошо. И что теперь? Блин. Ладно, ты. Только грифона и можем принести. Охренеть. А я не могу назад? Я не могу назад. Ладно, тогда волк. Пусть... Уж лучше волку принести в жертву, да. Летун. Блин, за грифона, конечно, обида. Мне кажется, я просру сейчас. Вот это то, что задувает свечку, конечно, полный пипец. Густой дым. Это дым. И вправду густой. Это потому что... Я люблю задувать твои свечи перед битвой с боссом. Возможно, теперь тебе это тоже понравится. Просто я неудачные катки вырезаю, так как в них ничего нового не происходит. И я хочу, чтобы вы видели продвижение какое-то. Поэтому, возможно, сейчас я тоже вырежу. Так, окей, хорошо. Старатель, сразимся с тобой. Сразимся. Окей. Старатель опять. Да, детка, опять. Слушай, но я бы вот это сделал на самом деле. Поставил бы сюда белку и поставил бы высера. Он меня защитит, да? Правильно ли я сделал? Не факт. Но что теперь поделать? О, как быстро убили его. Хорошо. Так. Дадим возможность себе получить немножко карт халявных. Раз. Спасибо. Возьмем еще. Поставим. Так. Хорошо. У нас всего одна карта лежит. Это же полный пипец. Это же попадалово. Хорошо. Ставим. Здесь мы получим урон. Точнее, ну как бы защитимся, по-моему. Или стоп, или из-за того, что здесь... Неужели мне 2 сейчас прибавится? Сейчас посмотрим. Когда он ударит? Нет, мне ничего не набивается. Отлично. Окей, тогда продолжаем. Так давайте... Волка будем бить.
а койот пусть нам зарабатывает пчел. А, нет, мы выиграли. Пчелы-то летают, они не будут даже бить волка. Картишка золота. Слушайте, я даже не просру страж самые такие, знаете, хорошие карты. Ну, конечно, обидно за пчел немножко, но у меня есть пчела. Так. У меня есть волк, у меня есть горностай, есть густой дым. Есть чем играть. Давайте возьмем белку. Смотрим. Раз, раз, раз. Вот начинается веселье. Так, что ж. Значит. Нет, 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 давайте возьмем белку. Подумаем. Здесь мы можем защититься густым дымом. Нам бы вот мула грохнуть. Для этого нужно грохнуть койота. У меня сколько пчел? Одна пчела. Даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю. Смотрите, если я ставлю сейчас две белки, допустим, сюда и вот сюда, мы получим две пчелы. Сюда я могу поставить пчелу и бить койота, и тогда мул сможет двигаться. Давайте попробуем. Сюда. Сюда. Надеюсь, это правильно. И сюда. Сейчас я убью койота. Нет, я не убью койота. Так, хорошо. Две пчелы. Они нас с одной стороны... Так, берем белку. Они нас с одной стороны... Они все уроны ему наносят, кстати говоря. Все абсолютно. Это значит, что мы сейчас поставим три пчелы, допустим, да? Нет, у нас всего две пчелы. Вот так вот. Пчела раз. Пчела два. Хоп-хоп-хоп. Атака, атака, атака. Раз, два, три. Получили пчелу. Так, берем белку. Вот сейчас нам придется туго. Я считаю, что нужно бить волком. Сколько у этого? Три? У этого два, он выживет. Значит, мы ставим. Вот так сделаем. Мы поставим здесь дым. Мы поставим здесь белку и пчелу. Берем волка. И приносим в жертву. Раз, два, вот сюда. Ставим. Горностай пока потерпит. Раз, два. Да! Есть! Хорошо. Тоже очень, очень неплохая комбинация. Свет нужен? Спасибо. Хочешь награду? Спасибо. Белки, дающие пчел, тоже хорошо. Белки, связанные с любыми насекомыми, это хорошо. Бесформенная амеба. Она постоянно меняет свои символы. Интересная штука. Бедное, брошенное дитя. Она не умрет, если принести ее в жертву. Но хватит ли у тебя духа это сделать? А что это? 13-е дитя. Типа, карта с этим символом выживает после принесения в жертву. И есть длинный... Длинный олень? У меня нет слов, чтобы описать эту ошибку природы. Длинный олень? Карта Сима наносит обидчику урон. Тот сразу погибает. Я беру длинного оленя. Он стоит всего две кости, по-моему. Безумный взгляд старателя больше тебя не тревожил. Фух, ладно. Так, дай-ка подумать. Да, у нас снова топи начинается. Воздух начал сыреть, а ноги с трудом удавалось вытаскивать из грязи. Твои ноздри наполнил теплый влажный запах. Ты дошел до болотистого края. Давайте пойдем, возьмем, во-первых, карту, нам нужна новая, и рещица по дереву. Так, муравьи. Муравьи. Ну, это всего лишь муравей, нам нужна матка. Ну-ка, кошка, которую можно приносить в жертву. Выдра. Фыц, возьмем фыца. Так, а теперь давай,
Сейчас, если ты мне муравьев дашь, конечно, это будет вообще топ. Но на самом деле я даже не уверен, что мне это нужно теперь. Что это такое? Барахольщик. Когда на доске появляется карта с 7 символом, вы можете взять из своей колоды любую карту. Не, мы все равно оставим вот это, да, я лучше оставим. Пусть у нас там олень будет, мы потом что-нибудь придумаем с оленями. У нас есть длинный олень, как-никак. Я боялся, что я в первую очередь боюсь потерять что-то с белками. Для меня это самая халявная тактика. Снова я. Давай, высер. Итак, что у нас против нас стоит? Червь, который не атакует. Даже не знаю, что он делает. Но муравей есть. Давайте выставим белку. Ну-ка, а что это плотинный мастер? Ага. Блин, или поставить вот этого чувака. Вот так сделаем. Ну, конечно, фигня, ну ладно. Не, нормально. Почему фигня? Можно, кстати, жертву? Нет, мы не можем принести жертву. Ладно, бьем. Сразу три. Там что-то много. Ждем, значит, поставим горностая. Ты уверен? Уверен. Хоп. Все, победа. Ладно, неплохо, пока неплохо идем. Че у нас здесь? Капкан, нафиг. И вот, вот сюда пойдем. Может быть, что интересно дадут. Так, кровь. Или кости. Кровь или кости, кровь или кости. Давайте две крови. Ворон, неплохо. Летит. Загаживает все памятники. Враг будет просто в шоке. Итак, давай посмотрим, что рещица по дереву нам даст. Крылья. Муравьи. Давайте возьмем вот это. На самом деле, я все еще хочу сделать вот это. Это пока самое читерское, что у меня есть. А я люблю читерские штуки. Окей. Кто там против нас? Удачно взял. Кто это? Гремучник. О, нет. Сразу три. О, длинный олень! Какой он страшный. Кстати, этого не было символа. У нас был только его позвоночник. Так, берем белку, значит. Ставим вот сюда. Не хочу, чтобы высер... не, раньше времени высером не хочу жертвовать. А вот сейчас можно будет. Так, за пчелу спасибо. Берем белку. Значит, против гадюки поставим белку. Стоп. А может вот так сделать? Смотрите, пчела. Ставим вот сюда высера. Убиваем гадюку сразу. Вот здесь плотина будет нас защищать. Ставим здесь жука-вонючку. Вот так, все. Гремучника нету больше. Спасибо. Так, берем. Пчела, давай, сражайся. Пока нормально. Раз, два, три. Победа! Ву-у! Итак, что у нас впереди? Очень много всякого интересного. Но здесь мы можем карту загрести. Давайте возьмем карту. У-у-у. Опарыши мертвечины. У-у-у. Кракен и черепаха. Возьмем опарышей. Возьмем опарышей. Классная штука. Так, жертвенник. Кого принести в жертву? Если ваше существо погибает в бою, карта с этим символом автоматически встает на его место. Ну, давайте. Я не знаю, правда, нормально это? Хорошо, он пойдет, говорит он. Хороший выбор. Спасибо.
Босс. Там какой-то символ гриба, что-то новенькое. Так, белка. Белка-пчела. Рабочая белка. Яйцо ворона. Надо с ним будет расправиться. В первую очередь. Да? Здесь мы будем по одному получим, а здесь может быть что-то очень страшное. Ворон-то, тем более, у нас, он, по-моему, 3, да, он на 3 бьет. Вот здесь мы защитимся. Все. Раз, два, три. Что будем делать, что будем делать? Белку давайте поставим. Ну там, по-моему, летающее что-то, нет? Летающее или нет? Я не помню. Давайте выдру поставим. Так, хорошо, яйцо сдохло. Фух. Очень плохо, ребят, очень плохо. Что можно взять? Плотину мне, кстати, сейчас на самом деле подсирают жестко. Может быть, вот это поставим сюда лучше. Так, хорошо. 3 удара сейчас будет. Ничего, 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 ничего. Вроде нормально, вроде окей, вроде держимся. Так, что здесь у нас? Вьючный, длинный олень. Всего лишь 1 удар он нанесет. Ну такое, ну такое. На, давайте, хоп-хоп-хоп, 4. Мы все равно перевес сделаем. По идее. Мы все равно перевесим, детка. Че у нас тут еще есть? Ворон. Слушайте. Блин, ну нужно... Нужно 2. Ладно, давайте пока потерпим. Бьем. Перевесим. Есть. Хорошо. Блин, напряженно. Чувствуете, как напряжение пошло? Мне кажется, как будто бы я чуть лучше начинаю понимать игру. Так, я ничего не принес, извините. Извините. Да, зубов давайте. Идите. Идите дальше, все. Блин, что же за гриб такой? Это очень интересно. Жертвенник. Опять мы должны лишаться своей карты. Блин, вот если я не хочу. Мы можем... Чтобы олень взял... Выдру. Возьми, прими. Опять у него, видите, здесь только его позвоночник длинный. Хорошо, олень будет скрываться, ныкаться. Ну что ж, опять рыбак. Я боюсь, что я его просру сейчас. Но я буду стараться максимально что-то сделать. Помню, что там он крюком будет, еще там супер-мега-акулы. Вообще страшная вещь. Надо набирать белок. Удачно взял. Так, я могу? Нет, не могу. Что у нас там против нас? Зимородок. Так, сначала, значит... Подождем, может быть? Погибает карта с этим символом, автоматически встает на его место. Хорошо. Не, давайте пока... Получим пчел. Пчелы будут нас оборонять. Нет! О, нет! Так, хорошо. Значит, делаем вот так тогда. Ставим высера. Блин. Что-то я не подумал. Летун же. Нам, короче, читерство не поможет. Блин, а чё это он перешел обратно? Он же сюда. Эй. Эй, обратно. Это же последняя штука, появившаяся. Ну-ка, поставим. Ха-ха-ха. Сейчас он перетащит на свою сторону белку. Какая классная. Какая крутая белка у тебя. Надеюсь, тебе нравится, бич. Хорошо, горностай.
Ставим. Пчела, мне дали пчелу. Мне дали пчелу. Отлично. 3. Блин, надо перевесить тварь. Я даже не знаю, что делать. Берем белку. Он сейчас заберет вот эту штуку. Но мы, последнее, что мы успеем, это нанести ему 4 урона. Это пока все, что я могу сделать на самом-то деле. Так он будет наносить мне по 3. А я... О, нет. Дерьмо. Вот это дерьмо полное. Хорошо. Берем белку. Ставим дым. Он, кстати, наносит урон, оказывается. Сейчас мы сделаем. Хоп-хоп-хоп. Так. Что делать? Он сейчас заберет. Блин, теперь высера заберет. Берем белку. У нас 3 белки, отлично. 4 урона сейчас нанесем ему. А может быть поставить... Мы можем волка забрать? Блин, он сейчас же заберет его. Не, давайте. 3 урона только. Да господи, есть! Хорошо, снял. Так, сейчас, кажется, заберет кого-то. Кого? О! Так, давайте возьмем что-то. Олень! У меня всего 2 косточки? Фигня какая. Избавили бы меня уже от этой плотины. Хорошо. 1, 2. Удар. Бас. Повесь, рыбка. О, нет. Удар. О, нет. Как же это все больно. Хорошо. Значит, берем, смотрим. Ворон, который будет наносить удар. Очень хорошая штука. Можно поставить. Значит, давайте сначала поставим ворона. 1, 2. 2 удара сможет нанести. Потом ставим длинного оленя. Но он нанесет говна на самом деле. Давайте поставим пчелу пока что ли. Фиг знает. Так, все. Блин, это вообще жесть. Попробуем волка. Берем. Белка. Белка. Ставим сюда волка. Ставим оленя. Есть! Я победил гребаного чувака! Рыбак! Ну извини, просто это батька с тобой играет. Я победил случайно. Я победил абсолютно случайно. Вот эти плотины оказались на самом деле для меня спасением. Именно то, что эти плотины... Вот, я понял, теперь я понял тактику. На самом деле, вот я лучше всего учусь на просере. А наперед вот сразу сделать так, чтобы было хорошо, точно у меня не получится, потому что реально же такие вещи трудно учитывать, как если ты пробиваешь все, абсолютно все вот эти вот наживки, которые он ставит, если у тебя тут везде карта атакующая, то это будет повсюду жесткие акулы, а тебе наоборот надо избегать, надо минимум делать, и тогда он не сможет даже атаковать тебя. Вот она тактика. Твои жизни восстановлены. Новая локация, ребят! Выбирай с умом. Что это? 13-е дитя. Странная личинка. Грязный, одичавший хряк. Впадает в бешенство, когда звенят его колокольчики. Я такой, блин, ребенок. Сразу подумал что-то плохое. Окей. Личинка, которая растет, прирастает... Вот это крутая штука. Мне, по-моему, мы даже уже использовали, если не ошибаюсь. Ты захотел взять улов рыболова, чтобы перекусить, но тебя отпугнул едкий запашок. С ужином придется подождать. Кстати, я вот сейчас, поскольку у меня корона,
я не чувствую запахов реально. Но благо я чувствую вкусы. Я, то есть я могу продолжать спокойно есть. Но зато за Данте убирать стало легче. Я вообще не испытываю никакого отвращения от его кучек прекрасных. О, я знаю. О, зимняя локация, отлично. Твои легкие пронзил неприятный ледяной ветер. Красота падающего снега не смогла отвлечь тебя от дрожи в костях. Ты поднялся на снеговую линию. Так, надо здесь выйти, здесь надо остановочку сделать и посмотреть, что и как. Появилось ли что-то новое? Нет. Нет, нет. Часы. Чего? Как понять, какое время? О! Стоп! Дверцы! Может быть, ку-ку? Типа, мы сейчас делаем... Ку-ку бьет, когда 12 бьет, да, по-моему? Или как? Как нам... А, стоп. Надо вот эту. Так. Нет? А. Погодите. Блин, что это такое? Это пока нельзя использовать. А, извините, я понял. А справочники 273. Может быть, и здесь тоже надо выставить? А, допустим, большую, маленькую самую на 2. Среднюю на 7 и большую на 3. Нет. Или наоборот. А, большую на 2. 2. Среднюю продолжаем на 7. И тогда 3 сюда. Нет. Видимо, это потом нам скажут. Что-то новенькое здесь есть? Ничего новенького нету. Вот, мы зажгли. Что-нибудь новое скажешь? Проигрыш рыболова облегчил мои страдания. У меня с этим горе-рыбаком свои счеты. Он смог меня одолеть, но еще не все потеряно. Окей. Что у нас здесь? Можем зубчик стырить. А что-то еще можно нажать? Нет. Свечи мы все задули, здесь мы все нашли. Невыносимый огонь! Стоп, а могу нажать прям? Нет, не могу. Ничего не могу. Окей, друзья мои. На этом, я думаю, мы с вами закончим. Продолжим в следующий раз. Если вас интересует, что нас ждет в зимнем биоме, то подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы уведомления получать. И будете... первыми уведомлены, когда появится новый сочный видос от Евгения. С вами был Юджин, и всем пять!